Всем привет! Издание New York Post, а также японские СМИ сообщают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын умер, не выдержав операцию на сердце. СМИ пишут, что некоторое время до этого он находился в коме. Ранее зарубежные журналисты сообщали, что Ким Чен Ын лечится в больнице из-за ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы, которые вызваны вредными привычками. Японская Ио Миури считает, что в КНДР уже готовят смену главе государства. Ею станет сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Джон, в руках которой якобы уже находятся основные рычаги управления. В последнее время СМИ неоднократно отмечали, что Ким Чен Ын уже продолжительное время не появляется на публике. Например, 21 апреля об ухудшении его состояния сообщал телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Позднее СМИ Южной Кореи отметили, что это неправда. Государственное агентство КНДР Ренхап также опровергло достоверность данной информации. Сам президент США Дональд Трамп признался, что был неправ насчет ухудшения здоровья северокорейского коллеги. Когда разговор заходит о Северной Корее, получить правдивую информацию о происходящем на родине Идея Чучхе практически невозможно. Исключением не стали и сведения о свирепствующем во всем мире коронавирусе. Поэтому вместо реальных данных о числе инфицированных до нас доходят либо разнообразные слухи и домыслы, либо пропаганда со стороны самих властей КНДР. В прошлом уже фиксировались случаи, когда из поля зрения пропадал лидер КНДР, но теперь ситуация накладывается на кризис с пандемией, и тут возникают вопросы. Если вы хотите быть в курсе новостей в мире, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!